Все тайное обязательно станет явным. Причем иногда ложь может выдать какая-то незначительная деталь, на которую вы даже не сразу обратите внимание. Но когда вы обнаружите эту мелочь, то уже не сможете ее не замечать. Девушка по имени Челси отправилась в командировку в другой город. Героиню нашей истории отделяли от ее мужа несколько часовых поясов. Челси – молодая красивая девушка с яркой внешностью и потрясающей фигурой. Она вовсе не была закомплексованной дамой, а потому решила напомнить о себе горячими фотографиями прямо в гостиничном номере. Девушка сделала несколько кадров в вызывающих позах. Она была в сексуальном нижнем белье черного цвета, которое подчеркивало все достоинства стройной фигуры. По фото видно, что Челси только что вышла из душа, так как у нее были растрепанные мокрые волосы, которые добавляли кадрам свежести и естественности. Вот только когда она отправила снимки своему мужу, то ожидала вовсе не такой реакции, которую получила. Нет, мужчина не стал обвинять девушку в развратности или говорить о недостатках фигуры. Все было намного хуже. На одном из фото было нечто такое, что вызвало настоящую ярость мужчины. Он тут же прислал Челси следующее сообщение. «Кто находится с тобой в этом гостиничном номере?» Девушка была в ужасе от сообщения мужа. Она тут же ответила, что не понимает, о чем тот говорит. Челси написала, что использовала автозапуск, чтобы сделать тот самый злополучный кадр. Но мужчина не поверил девушке. Его сообщения становились все более гневными. Он был убежден, что Челси ему изменила. При этом девушка раз за разом отрицала все обвинения. Она ответила мужу следующее. «Дорогой, клянусь, я никогда не смогла бы изменить тебе». Вот только тот продолжал настаивать, что предательство все-таки произошло. Но что могло сподвигнуть его на такие мысли? На самом деле у мужчины были все основания подозревать свою жену в измене. И вот почему. Муж Челси оказался очень внимательным человеком. Он обнаружил на фотографии деталь, которая выдала жену. Все оказалось до банальности простым. Нужно было просто внимательно приглядеться к фото, а точнее к нижней правой части кадра сексуальной Челси. В кадре была деталь, которая не оставила сомнений в измене Челси. Внизу фотографии можно заметить пару мужских ботинок, которые стоят под тумбочкой гостиничного номера. Получается, что девушка сама прислала мужу доказательства своей измены, а потом яростно отрицала факт ее наличия. Последнее сообщение мужа было следующим. «Тогда почему на второй фотографии в твоей комнате мужская обувь? Я не собираюсь проходить через это снова. Я позвоню своему адвокату». Похоже, это была не первая измена Челси, раз мужу уже приходилось проходить через нечто подобное. Может, именно поэтому он так внимательно разглядывал фотографии на предмет каких-то улик и все-таки смог их отыскать. Совершенно точно не стоит изменять своему партнеру, ведь такой поступок – это всегда предательство. Неверность сильно бьет по самолюбию того, кто о ней узнает, больно ранит, может нанести серьезный моральный ущерб. Честность – это самая лучшая стратегия поведения, которая позволит не только сохранить спокойствие партнера, но и оставаться настоящим человеком и при этом избежать неприятных ситуаций с разоблачением. На этом все, друзья. Делитесь этой историей, пишите ваше мнение в комментариях и ставьте лайки. До скорого!